Итак, в оригинале песня играется в дроп си или в дроп до, если по-русски. Чтобы настроить гитару в этот строй, нам нужно понизить все струны, кроме шестой, на тон вниз, а шестую на два тона. Если вы настраиваете хроматическим тюнером, например, там есть кнопка бемоль. Выставляете две бемоли, то есть это два полутона или тон, и настраиваете пятую, четвертую, третью, вторую и первую, как обычные струны. А для шестой выставляем 4 бемоли. Если вы используете Guitar Rig для настройки или какой-нибудь другой онлайн-тюнер, то мы настраиваем первую не в ми, а в ре, а вторую не в си, а в ля, третью не в соль, а фа, четвертая у нас будет не ре, а до, пятая не ля, а соль, и шестая тоже будет до. Так, интро начинается у нас с основного рифа. Повторяется два раза вот такой риф. Используются здесь обычные пауэр-аккорды. Так как у нас пониженный строй, у нас зажиматься они будут одним пальцем на нужном ладу. То есть здесь используется аккорд от пятого лада. То есть три струны зажимаем пятую, шестую, пятую, четвертую. Будет использоваться аккорд от пятого лада, открытый, восьмой, седьмой, десятый и третий. Начинается с пятого лада, идет четыре удара. Первые три удара на пятом ладу, а четвертый удар вверх открытый. То есть открытый пауэр-аккорд. И как ударили вверх, заглушили все струны, положив пальцы на струны. Дальше идет. Идет ударом вверх по оглушенным струнам. А вниз удар снова открытый. Дальше идет то же самое, только на восьмом ладу. Повторяем на пятом. И дальше заканчивается риф. Четыре удара, четыре аккорда. Идет аккорд от седьмого лада, потом от десятого, от пятого и от третьего. Соединяем все вместе, и должно получиться. Так звучит риф основной. Во вступлении он повторяется два раза, потом идет куплет. Идет на куплете тот же самый риф, только уже четыре раза играется. Четыре раза он повторяет. И четвертый раз он немного изменен в конце. И идет уже куплет. То есть повторили вот эти три части. А здесь идет ровно в такт. Один такт на восьмом аккорде. Ну, можно в конце добавить слайд перед вступлением в припев.
здесь вступает уже припев. На припеве идет. Следующее повторяется два раза. Вот это. Здесь идет просто по аккорду на каждый такт. Открытый сначала идет. Потом третий лад. Восьмой лад. И заканчиваем. Так же, как и основной риф. Седьмой лад. Десятый. Пятый. Третий. Повторяется это два раза. Повторили два раза, и дальше идет риф номер два на припеве. Звучит он вот так. Повторяется ровно два раза. Здесь идет следующий ритмический рисунок. Идет открытое сначала. Два удара и третий глушенный, то есть ударяем и глушим сразу. Потом идет удар вверх, снова открытый. Следующие два удара уже на третьем ладу. То есть вот такой бой. Идет открытый сначала, открытый третий и снова восьмой. А третий раз, четвертый раз будет просто пятый и седьмой лад. Повторяем. Повторяется два раза, и дальше идет снова куплет. Идет второй куплет. Здесь повторяется основной риф. Вот это. Он повторяется три раза. И опять, как и в первом куплете, третий раз будет измененный. Вступает второй припев, играется уже не два раза, а три раза вот это. Повторяется это три раза, потом идет риф номер два, вот это. Он повторяется два раза, дальше идет бридж, он звучит вот так. Идет ровно по такту на аккорд, начинается с пятого лада, открытый, третий лад, десятый, снова пятый, открытый, седьмой, и заканчиваем так же, как и основной риф. После бриджа идет то, что играется на припеве. Пауза. И снова опять то же самое. То же самое повторяется три раза. Дальше идет риф номер два, но немного измененный. В первых двух случаях он звучал вот так, а будет звучать вот так. То есть просто убрана вторая часть боя в первой половине.
идет просто аккорд открытый. Два удара и третий глушеный. Потом третьего. И продолжение такое же. Два раза повторяется этот риф. И следующие два раза повторяется, как и в первых. То есть неизмененный. Итак, третий припев после паузы должен звучать полностью вот так.